Алиса, включи Bluetooth. Сейчас. Алиса мне нужна для того, чтобы использовать ее в качестве колонки. А технически это возможно? Алиса, включи Bluetooth молча. Сделано. примерно в таком режиме я и использую большую часть времени GPD Win Max 2. Но самим устройством я пользуюсь где-то с середины лета этого года. Я даже для него специально покупал EGPU на RTX 3080. Думал, все будет круто работать, а потом я всем этим делом попользовался и, мягко сказать, разочаровался. Затем я заказал окулинг и думал, при помощи него я вот хоть смогу под нормально подключать внешние видеокарты и классно все будет работать. Ну и с ним все пошло не очень гладко и не все работало так, как надо. Поэтому всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео я вам расскажу свой огромнейший опыт использования GPD Win Max 2 2022 года. У меня минимальная версия, соответственно, 6800U, всего 16 гигов оперативы и 1 терабайт SSD. Начну я с покупки. А все потому, что лично я это устройство купил бэушным и купил его на Авито. Мне повезло, мне оно досталось в идеальнейшем состоянии. К тому же предыдущий владелец наклеил на него еще и защитное стекло. И на нем даже была цела пломба на тот момент, когда я его купил. Это я все к чему. Я к тому, что на сегодня это устройство купить, опять же, можно либо бушным на авито, что накладывает на себя некоторые особенности в виде того, что ты не всегда можешь сразу понять, что ты купил. Да? Ну, не мне вам рассказывать, как покупать бушные гаджеты. Причем, надо понять, что это не дешевый гаджет. Я его купил... То ли за 75, то ли за 85 тысяч. На сегодня уже не помню. Ну, если что, я себе в телегу выкладывал, соответственно, со сколько и когда я купил. Не суть. Суть в том, что сегодня там цена плюс-минус та же самая. Порой даже мелькали объявления где-то даже и дешевле. Но а, надо понимать, что это авито, да? Это покупка бушной штуки. Они причем не во всех городах продаются. Мне повезло, мне очень повезло. Про состояние я сказал, про то, что в моем городе еще было это устройство. Я сейчас, допустим, смотрел специально перед записью. В моем городе такие устройства не продаются. Соответственно, я могу купить где? Опять же, где-то на Авито у какого-то магазинчика с предоплатой. Причем, насколько я помню, там стопроцентная предоплата. Вот в двух магазинчиках я спрашивал, потому что я себе подумывал даже прикупить. Все то же самое, только на 7840U и с 32 гигами оперативы. И я, соответственно, спрашивал у тех продавцов, они говорят, да, да, нужна 100% предоплата. Я смотрел, там как бы отзывы нормальные, но с другой стороны, переводить человеку 120 так далее, 130 тысяч за ту версию, которую я хотел, я еще так подумал, не, это опасненько. К тому же я, соответственно, смотрел просто по поисковику, может быть, кто-то из магазинов это продает. На тот момент, когда я смотрел, вообще никого не было. Были какие-то магазинчики, что там GPD, ты переходишь, как бы смотришь, там ценники за версию 6800 U были, за 150. И сейчас, в принципе, в магазинчиках даже маленьких на Авито ценник за 150. И даже не это самое печальное. Самое печальное в этой ситуации то, что когда ты покупаешь себе вот такое вот устройство, вот такое вот устройство где-нибудь, где бы угодно, где ты его купил, Uh, у тебя на него не будет гарантии. И даже если тебе магазин говорит: У нас да, есть гарантия, там мы от своего магазина даем это классно. Это замечательно, что они дают. Но нужно понимать, насколько это сложное устройство и насколько должен быть высоким уровень сервиса, чтобы его смочь ремонтировать. А я немного сомневаюсь, что вот те магазинчики, которые его, соответственно, продают, они тебе будут давать хоть какую-либо гарантию. И даже на эту тему у меня есть небольшая cool story. Да, которую мне рассказали ребята из чата портативщиков. Я всю историю пересказывать не буду, я расскажу суть. Суть в том, что есть какой-то тип, где-то там, по-моему, в Reddit вычитали или еще где-то, или на YouTube видели ролик, что, соответственно, купил он его официально на Indiegogo. Кстати, насколько я помню, продавец, у которого я купил, тоже говорит, что он эту версию купил на Indiegogo. Не знаю, как он это сделал. А, суть в том, что тип какой-то где-то там за рубежом купил себе вот такую вот версию, у него там что-то поломалось, он, соответственно, так как отправил эту штуку по гарантии, и, помимо того, ему ее прислали обратно, это уже в принципе неплохо, но, помимо того, что ему что-то там вроде как не отремонтировали то, что у него было сломано, так ему там что-то еще и, по-моему, доломали, и что-то еще у него не прислали, когда собирали обратно. Это нужно понимать о той гарантии, которая где-то там далеко, да, вот самый такой, на мой взгляд, яркий случай, что, окей, ты можешь отправить устройство, тебе скажут, что его сремонтируют, но что тебе придет обратно, а придет ли тебе оно обратно, никто не знает. Я понимаю, что сейчас в комментариях появится очень много людей, которые будут рассказывать интереснейшие истории а, про то, что они где-то там что-то там покупали, и у них все хорошо, но надо понимать, что нет. Я это все рассказываю к тому, что а, как минимум вот эта вот причина должна... Отпугнуть вас от покупки этого устройства. Но это только начало. Погнали дальше. А дальше, соответственно, комплект. По комплекту там особо рассказывать нечего. В коробке, помимо самого устройства, еще есть, соответственно, какой-то конвертик с какой-то инструкцией, есть э, зарядничек 100-ваттный. И, соответственно, в моем случае это USB-C кабель. Но, я так понимаю, это не оригинальный. Если говорить про само устройство, как по мне, выглядит оно просто великолепно. Вообще, лично мне, он. Почему-то издалека дизайном напоминает MacBook Pro 14-дюймовый который вот такой вот появился со всеми портами все классный, но у GPD Win Max 2 их гораздо больше, даже чем в моем обычном ноутбуке 15-дюймовом, который Rock Zephyrus G15. Спереди кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальца. И если говорить про 11 ю винду, работает эта кнопка великолепно, ну в плане сканера работает быстро, распознает все нормально. Почему я сказал про 11 ю винду? Потому что на десятку мне так и не удалось найти к нее рабочие драйвера, как еще под одну Устройство, при этом у меня все остальное работает отлично. А вот на 11 все нормально. И с одной стороны, эта кнопка расположена очень ну логично. Но когда ты держишь в портативе, когда ты открываешь экран и там ложишься на диван, хочешь поиграть, ты частенько можешь класть себе его, соответственно, на пузо. А когда ты его кладешь на пузо, может случиться так, что эта кнопка. Почему может? Случается так, что иногда эта кнопка нажимается и у тебя блокируется экран. И как по мне. Было бы, конечно, лучше, если бы производитель расположил эту кнопку где-нибудь все-таки по бокам. Это было бы удобно не только, когда ты кладешь, соответственно, их себе на пузо и случайно задевается. Это было удобно для тех людей, которые э, Max 2 используют так же, как и я, в виде э, в док станции То есть ты пришел, поставил, провода подключил и сбоку где-нибудь нажал. А тебе не надо там вытаскивать, нажимать снизу, подождать, пока она включилась. Ну, вы видели начало этого ролика. С правой стороны два полноценных USB-A. Сзади, помимо четырех шифтов, L2 и R2, которые я частенечко задеваю тоже, есть еще полноценный еще один USB-A, отверстие под джек 3,5, полноценный HDMI и два USB-C. Поддержка USB 4, Thunderbolt, возможностью выводить изображение. То есть чисто теоретически к GPD WinMax 2 можно подключить три монитора. Почему чисто теоретически? Потому что я это не проверял. У меня нету трех мониторов. Слева вообще кайф. Тут два слота под SD карты, под microSD и под обычную SD. Но что самое классное, они работают одновременно. То есть ты можешь вставить и в SD слот карту, и в microSD, и это все будет определяться. Мне кажется, для тех, кто работает там, не знаю, с фотографией, с видео, это прям вообще Будет кайф. А еще тут есть маленькое отверстие ресет, которое я заметил, на самом деле, недавно. Снизу, помимо еще парочки шифтов, которые я тоже регулярно задеваю, когда использую в портативы, перехваты и так далее. А тут есть четыре резиновые ножки классные. А еще два отсека. Один под подключение модема, а другой, соответственно, под подключение еще одного SSD формата M2 размера 2230. Именно в этот порт подключается Oculink. Если что, у меня на другом канале есть целый ролик про Oculink. Начиная от того, как я его сюда устанавливал, как я там тестировал видеокарты и как у меня все это работало, не работало. Скажу, что в принципе в установке нет ничего сложного. Правда, там есть маленький нюанс такой, что в комплекте с Oculink, да, есть вот кабель, соответственно, есть вот этот как раз-таки модуль и вот эта вот плата как раз куда ты вставляешь видеокарту. Но в этом всем комплекте нету маленького крепления, про которое я, в принципе, в том ролике рассказал, что чудом мне повезло, что у меня оно где-то валялось. В общем, если вдруг вам интересна информация про окулин полная, Расширен, то зайдите посмотреть в тот ролик. Если говорить в целом про эргономику и удобства, он прям супер продуманный. Несмотря на все те косяки, о которых я сказал, он довольно-таки удобный. Но надо понимать, что когда ты будешь играть именно с его геймпад частью, то в любом случае надо, чтобы локти на что-то облокачивались. То есть, вот в таком состоянии нига. Я всегда играл, откинувшись на диван, облокотившись куда-нибудь локтями. И так мне хватало меня хватало даже более чем на 3 часа непрерывной игры, что для меня, в принципе, очень даже много, потому что то от э, Steam Deck у меня там пальцы вот эти болели, потом еще от этого. Да, тут тоже как бы пальцы у тебя начинают не иметь со временем, но не так быстро, как от того же Steam Deck или One X Player. При открытии он, естественно, не проходит тест на макбучность, но при этом открывается довольно-таки широко. Про экран мне особо рассказывать нечего. Он 10-дюймовый, он 60-герцовый, со средней яркостью. При ярком солнце на улице практически на экране нифига не было видно. Но при этом, когда я пользуюсь ним в офисе, я яркость скручиваю до 70%. Ну и еще он, естественно, сенсорный. Под экраном, увы, находится камера. И, увы, потому что я не люблю, когда в ноутбуке ноутбуке есть камера, особенно когда ее нельзя никак никакой шторкой закрыть. Но для кого-то это может быть важно. Чуть ниже камеры и правее находится отверстие микрофона рядышком с индикатором. И, как по мне, микрофон... Ну, классно, что он тут есть, но он прям фиговый. Тачпад, как по мне, довольно-таки большой для ноута такого размера. При этом он довольно-таки удобно расположен и отзывчивый. Слева от него расположен тумблер работы устройства в режиме либо геймпада, это когда у вас в системе нативно появляется геймпад от Xbox 360, либо в режиме мыши. А если в режиме мыши, то левым стиком вы нажимаете как бы виртуально клавиши VSAD, а правым стиком это, соответственно, курсор мыши. Несмотря на то, что все элементы геймпада поначалу мне казались очень маленькими, и я думал, что будет неудобно, то человеку с небольшими руками, как у меня, оказывается вполне нормально пользоваться без дискомфорта. И самое прикольное, что все эти элементы геймпада можно скрыть металлическими пластинами, которые продуманно можно спрятать в корпусе. Клавиатура тут с двухуровневой подсветкой. Насколько мне кажется, размер самих клавиш, как у клавиш обычного ноута. Это я все опять же к тому, что если учитывать его компактность и то, как они расположили и вместили клавиши, прям молодцы, мое почтение. Если вы были внимательны, то на фотожах, возможно, заметили, что у меня на клавиатуре есть какие-то странные дизайнерские трещины. Поэтому у меня еще одна cool story, но в этот раз она случилась со мной. В июле я, соответственно, поехал на море и думаю, возьму-ка я его с собой, там, может, по работе что-то поделаю, может, там, ведьмачка погоняю. Короче, суть в чем? Суть в том, что тогда у меня еще не было своего супер крутого чехольчика за пятихатку, и я, соответственно, упаковал его в чехол от своего G14, старого 14 дюймового ноута, положил все это в рюкзак, рюкзак положил в багажник хэтчбека, и пока я четыре с половиной часа ехал до Анапы, все это время солнышко аккуратненько так через тонировочку нагревало этот самый рюкзак. Я такой приезжаю, вытаскиваю все вещи и такой что-то достаю. Рюкзак, он такой тепленький. Думаю, странно, он что он такой тепленький. Начинаю оттуда вытаскивать вещи, а там прям все такое, ну не горячее, но очень теплое. Достаю, соответственно, GPD Win Max 2, а он прям, ну не горячий, не кипяток. Но в руках его держать невозможно было. Я такой в панике, что, как, как это могло случиться, неужели это просто от солнца, потому что я четко проверил, что он у меня выключен, потому что он у меня, соответственно, стоял на зарядке, я с утра посмотрел, что он полностью на 100% зарядился, точно его выключил, я всегда после этого, как выключаю, я еще и слушаю, что там ничего, не это самое, кулера не крутятся, что он точно выключился, помимо всех индикаторов. Пока он ехал, он перегрелся, по ходу дела, я такой открываю его, смотрю на клавиатуру и думаю, ну, Здец. Все, короче, хана ноутбуку. Если раз уж и клавиатура потрескалась, значит, я вообще боюсь подумать, что там с термоинтерфейсами, что там внутри с ним. Нажимаю клавишу включения со страхом. Он, естественно, не включается. Я думаю, ну, все, как бы, вот и попользовался. Ну что ж, сам виноват. Первым делом побежал к себе в телегу плакаться. Ребята с чата портативщиков эту тему подхватили. Если что, вдруг, если что, а то я уже третий раз про них говорю. А есть такой чат, где пацаны общаются про портативные устройства. Там GPD, Rock, Steam Deck, Zoe, все-все-все общаются. Это ни в коем случае не реклама. Просто я с Димоном, с их главой уже давно общаюсь. Он, кстати, был катализатором в покупке этого устройства. И я, наверное, на них оставлю ссылку. Вдруг вы тоже ищете какую-то информацию, то там всегда можно спросить. Сразу заходите в чат и говорите, а, где утка, мне нужно что-то заказать. Шучу, ни в коем случае так не говорите. Уже, блин, задолбали пацана. Это там такой локальный мент Ни в коем случае это не говорите. Я, наверное, это вырежу, ну, нахрен. А то не поймут шутку. Ребята в чата написали, что я вообще чуть ли не единственный в мире, у которого потрескались клавиши, и вообще нужно срочно писать, соответственно, в компанию GPD, говорить, ребята, как такое случилось, вы посмотрите. Я такой немножечко погрустил, подождал, пока устройство остыло, он включился. Думаю, ну, как бы и на этом спасибо. Но при этом я еще к этому моменту его не разобрал, и очень боялся, что реально с интерфейсами будет проблема. Он включился. Заряд батареи, несмотря на то, что с утречка он был сотка, 20. Думаю, ну, наверное, и батарея деградировала. Думаю, какой кошмар, я же там устройством пользуюсь, ну, сколько, ну, неделю, может, меньше неделю к тому моменту. Блин, расстраивался, потом все это дело остыло. Я немножко поуспокоился и забил на все. Забил, соответственно, потом, естественно, я его уже разбирал, как доставил сюда 2 терабайт на SSD вместо основного. У меня тоже, кстати, на втором канале есть ролик, если вдруг вам это интересно. Там ничего не сложного, нет по установке. Крышку снял, проводочки передодел, питание вытащил, кулер вытащил и SSD вставил. Единственная сложность это в том, что SSD на 2 терабайта, она должна с одной стороны быть плоской. Вот и все. А так сложности нет, но если что, у меня вот на втором канале есть ролик про эту тему. И я как Тогда его разобрал, я так смотрю, а внутри там, как бы все вообще идеально. Вообще ничего. А я что думал, что у меня перегрелся, будут проблемы. Вообще, пофигу, абсолютно ничего не случилось. И если говорить о моем впечатлении, о внутреннем, так сказать, убранстве или ну, компоновка это, наверное, не подходящая, скорее убранстве. Оно здесь, даже, э, на мой взгляд, гораздо качественнее, тем, чем в том же Steam Deck. Я и Steam Deck несколько раз разбирал и, соответственно, открывает GPD, а там прям все такое, как будто бы, знаете, все-таки компания не первый год на рынке. То есть, все четенько норм... ну, с точки зрения меня. Может быть, конечно, люди, которые занимаются ремонтом или еще какими-то подобными вещами, может, что-то другое скажут. И я это все к тому, что э, если вдруг вы не знали, надо было об этом сказать в начале, то GPD расшифровывается game, как Game Digital, и они делают подобные устройства аж с 2016 года, и у меня есть их самое первое устройство. Это GPD Win, который был, короче, он начал продаваться с, 2000, с конца 2016 года. У меня тоже о нем есть ролик. Но на сегодня это, скорее всего, просто раритетная прикольная штучка. Ну и для вас наглядно можно увидеть эволюцию практически длиной, сколько там? В 7 лет, да? Это первое устройство, а это устройство 22 -го года. В 7 сказал, потому что учитываю, что в этом году есть точно такое же, только с другим процом Короче... В принципе, да, несмотря на то, что компания уже давно делает устройство, то как-то с реализацией и с поставками у них печально. Батарея тут 4360 часов, либо 67.144 Вт-часов. Я это, кстати, увидел на батарейке. Потому что нигде не написана эта информация в тех источниках, где я искал. И суть в чем? Комплектным зарядным устройством он у меня зарядился за 2 часа 16 минут. При этом за час 16 он зарядился до 80%. Автономность у этого устройства, как по мне, просто шикарная. 70% яркости устройства. Обычная работа в течение дня. Немножко монтажа в 4К, да, там парочку, может, 3-4 ролика в 4К с монтажом с рендером и все это дело на Windows 10 у меня батареи хватило на 5 часов ровно. При этом на Windows 11 тоже работа, но без монтажа. Просто ты в течение дня какие-то рабочие моменты. Там YouTube еще включен, смотришь. Тоже на яркости 70%. А получилось 5 часов 11 минут. Но надо учитывать, что я не монтировал. И тут кто-то скажет, стой, а что это получается на 11 винде, он автономнее? Нет, потому что на десятке у меня был монтаж, на 11 винде, когда я делал этот замер, у меня ничего не было, просто YouTube и просто там какие-то переписки а, в почте и какая-то обычная работа. Поэтому цифра получилась больше. Если бы я, допустим, как мне кажется, не монтировал на десятке, то получилось... Ну, короче, я сейчас дальше расскажу по автономности. Автономность от монитора я взял GPD, подключил к вот этому монитору и тоже в течение дня просто работал. Там, соответственно, у меня был YouTube какое-то большее время, всегда на фоне играл. Но мне хватило батареи в таком использовании при подключенном мониторе внешнем на 7 часов 44 минуты. Практически рабочий день. Ну и потом я, соответственно, решил проверить, а сколько будет жрать батарея на 11 винде, если я попробую помонтировать. Но как попробую помонтировать? Это скорее было Попробую поиздеваться над собой, включая DaVinci Resolve, потому что я включил DaVinci Resolve, кинул, соответственно, ролик 4К 60 кадров и начал что-то его нарезать. Потому что из всего монтажа у меня получалось только более-менее сносно его нарезать, потому что всегда оно тормозило. При этом у меня TDP был залочен на 28, Turbo Boost включен за 53 минуты общей работы, оно съело 39%. Соответственно, рендер занял 24 минуты того же ролика, который я монтировал, и сожрал еще 30%. Не знаю, зачем вам вся эта информация, но я решил рассказать. По поводу автономности в играх. Ratchet и Clank, Windows 10, минимальные настройки игры, при этом TDP был заблокирован на 15, Turbo Boost был, естественно, заблокирован, и за час игры 36%. При этом средний FPS колебался где-то в районе 40, может даже 45, он падал и до 30, он и поднимался чуть ли не под 60. Но суть в том, что это была комфортная игра. И мне еще система написала, что у тебя остается час 55. При этом на 11 винде при равных же условиях тоже 15DP заблокировано, турбобус заблокирован. За час игры съела. 57 процентов и система писала что батарея осталась на 44 минуты при этом fps был тот же самый также колебался и я понимаю что кто-то наверное скажет а какие у тебя были windows прошу мне в чате портативщиков частенько такое что-то у тебя может у тебя там сборка нет у меня всегда винда лицуха всегда последние версии драйверов на тот момент когда я делал замер поэтому после всего этого и не только я лично для себя сделал такой вывод что вот у меня мой опыт он говорит о том, что на десятке, на Windows 10, GPD Win Max 2 работает лучше. И это не только касается там, игры или еще чего-то. У меня есть ролик огромный, там, 26 минут, в котором я показываю разные вариации работы э, киберпанка на GPD Win Max 2. В разном TDP, со включенным -отключенным с включенным-отключенным турбобустом, с подключенным-отключенным EGPU, с подключенным э, чем-то там еще. Короче говоря, вот если вам интересен момент, то как работает Киберпанк в разных вариациях на разных TDP, какая разница по FPS. И, короче, вот тут вот ролик. Если вдруг у меня в примечаниях закончится место, оно, скорее всего, закончится. Я все ролики, которые, про которые говорю, они у меня будут, скорее всего, в описании ссылки на них. Потому что, мне кажется, мне не хватит места в примечаниях. Но еще немного информации по поводу автономности. Ведьмак, Full HD, настройки по умолчанию, не помню там на самом деле какие, без блокировки TDP, то есть обычно его блокирую, всегда говорю, что я на том то том. без блокировки. Батареи хватило на при Full HD батареи хватило на час 34, это все на десятки. Затем я подумал: блин, а сколько можно максимум выжать из этого устройства в плане автономности, если играть? Я взял того же ведьмачка, скинул настроечки прям на дно. Соответственно, там Fidelity включил все, что как полагается. Скинул разрешение не на Full HD, а на HD, то есть 1280 на 720. И думаю, дай посмотрю. В итоге у меня получилось три часа 15 минут. Я честно скажу, я в тот момент офигел. Я как бы думал, ну, два будет. Три часа 15 минут. Да, с FPS было не все очень хорошо. Он колебался от э, 19 до 36. В порту очень часто было 19. В остальных локациях в среднем где-то 25. То есть это вполне играбельно. Это даже лучше играбельно, чем играть в третьего Ведьмака на Nintendo Switch. Но я думаю, блин, что-то какой-то большой результат. А дай-ка я то же самое проверю на Steam Deck. Е. И проверил. Тоже минимальные настройки. Тоже, соответственно, четко TDP был 8. Потому что я выставил 8 TDP. И Steam Deck вот в этом варианте 2 часа 24 минуты. Честно, я не поверил. Как так? Вот это устройство, которое с большим экраном. Которое с лучшим процессом, конечно. Выдало автономность гораздо лучше. Думаю, наверное, что-то сделал не так. Нет, я потом все перепроверил, настройки приблизительно одинаковые. Ну, то есть HD, минималки, погнал. Ну, еще немножечко про автономность, да. Я проверил свеженький киберпанк, вот этот вот, который с обновлением 2.0. Опять же, без блокировки TDP, но с блокировкой турбобуста. На минимальных настройках, естественно, было включено Fidelity. Средний FPS был от 45 до 50, неплохо. Это все при разрешении игра на Full HD. И у меня получилось... Час 34. И если что, я стримил с GPD Win Max 2 на YouTube только с этого устройства без чего-либо внешнего. Единственное, я подключил в внешнюю гарнитуру EarPods, потому что ну, встроенный микрофон прям прям совсем печаль. И по времени у меня получилось час 32. Опять же, может быть, в примечании этот ролик будет, если вам зачем-то это интересно, ну, и либо в описании. FPS в играх буду показывать, во-первых, от батареи, а во-вторых, на разблокированном, соответственно, TDP. То есть, единственное, что я отключу... Турбобуст, потому что не вижу в нем смысл, но при этом TDP я не буду локать, то есть всегда он сам будет выбираться автоматически. Итак, первая игра это Ratchet Clank, соответственно захожу в настройки, графика и показываю, что нативное разрешение экрана стоит 2500 на 1600, это раз. Все остальное у меня на минимуме, просто самый-самый минимум, который только возможен. Сейчас перейду в раздел графика, покажу, что все очень-очень низко, очень низко. Все, что можно было выкрутить на минимум, я выкрутил. Ну, единственное, там эффект скорости оставил, не знаю зачем. Резкость и эффект зернистости. Зачем он мне нужен, я его тоже, наверное, уберу. Настройки вы помните, нативное разрешение экрана 2560-1600, настройки минимальные, и при этом в игре ты стабильно получаешь больше 30 кадров, а вот сейчас оно больше 40, но оно не везде, есть все-таки места, некоторые не, больш... не, особо такие, как бы, наверное, оптимизированные, там, соответственно, до 30 падает, но в целом это более чем играбельно. Пабк! Но вот тут, несмотря на то, что, в принципе, я 30 могу получить и на нативном разрешении, я все-таки его скину. То есть я захожу в настройки и выбираю тут вот что-то вот такое вот. На мой взгляд, это будет вполне. И зато дается нехилый перерост по FPS. Опять же, расширенные настройки, все на дне просто. Даже DirectX 11 оставил. В общем, мне кажется, когда будут какие-то схватки или столкновения, FPS будет еще сильнее проседать. Как бы можно сказать, ну да, это блин классно, подсотку FPS на Full HD разрешении. Окей. Ну вот эти вот скачки на фрейм тайме Не знаю, они меня немного расстраивают Хотя, сами видите Даже когда я начал ездить Я сейчас подъеду, постараюсь где-нибудь противника найти И близко к нему подъехать Поменяется ли ситуация с FPS -ом? По звуку вроде вот там что-то Интересное есть А так даже на Full HD На этой карте вот просадочки прям начались шестидесятка как только разогнался подальше отъехал уже fps дропается подниму в нативное разрешение и посмотрю что будет что-то я смотрю как-то разрешение не особо то и влияет ну понятное дело что это поначалу не влияет ну а так как видите о, в принципе, все. Недолго смотрели. Но, в общем, вот такая ситуация с PUBG. Ведьмачок 3. Стимовский, последней версии, обновленный. Какие там он, Ведьмак 4 или какое там обновление пришло. Короче, самый последний, самый стимовский, все окей. Итак, по настройкам. Как всегда, минимальные настройки графики. Но при этом экран Full HD. Full HD. Я, наверное, ограничения сниму на всякий случай. Все остальное, значит, вот так вот. Так, это экран. Окей. Сейчас хочу показать графику. Графика вся на дне. FSR включен, повышенное быстродействие и динамическое разрешение. Все это вот так вот, все остальное отключено и все на низком. При этом сама картинка, я не знаю, камера передает, не передает, очень даже приличная несмотря на то, что все находится на дне, очень прилично, и FPS реально вот держится в районе полтоса. Поэтому я не вижу смысла Ведьмака сбрасывать на HD разрешение. У меня про Ведьмака на HD разрешение есть дополнительная информация. Не знаю, вы уже слышали об этом или еще дальше в ролике услышите. Киберпанк. Итак, что по киберпанку? Во-первых, тут в плане показа, как работает, все проще. Разрешение ниже Full HD не вижу смысла, только если хочешь автономность все было больше. Сейчас я, наверное, сделаю громкость пониже, потому что музыка. Окей, а настройки у меня, как всегда, будут на минималочках, да? То есть, э, Fidelity на авто, вот так вот, все остальное либо на минимум, либо отключено. Вот, и тут, что хорошо, я могу хоба и запустить тест и по тесту будет сразу все понятно и видно. К тому же обращайте внимание на то, сколько он потребляет в текущий момент игры или в текущий момент теста TDP, потому что не всегда он, допустим, долбится в те же самые 24, иногда он делает ниже, иногда больше. Ну вот он стартанул прям с 45, очень даже неплохо. При этом сама картинка, опять же, из-за невысокого размера экрана, даже на минимальных настройках она выглядит ну, нормально. Я не понимаю вот этих претензий, типа вот картинка, да великолепно, я не знаю, чё, что не хватает на этой картинке в плане деталей. Все супер, даже и не скажешь, что это самые минимальные настройки. Блин, из-за оверлея не видно сколько тут. Сейчас я... вот я уменьшил оверлей, и теперь видно, что средний FPS 51 во время теста. А вот есть такие игры, как God of War, и с ними не все так просто. Чтобы добиться пониженного разрешения в такой игре и повышенного FPS, нужно а, уменьшать разрешение рабочего стола, потому что игра ориентируется на рабочий стол, и исходя из этого уже дальше а, действует в плане разрешения. Ну, давайте я вам покажу для примера, что, о чем я говорю. Так, смотрите, захожу в параметры, экран, и вот тут вот я никак не могу Поменять вообще никак. Вообще просто. Просто могу сделать вот так вот, да? И тогда, соответственно, могу изменить разрешение экрана. Но я хочу, чтобы оно было не в окне, а на весь экран. А на весь экран оно всегда берет нативное разрешение экрана. И вот чтобы сделать именно то разрешение, которое ты хочешь зачем вообще это нужно делать. Давайте я покажу, зачем это нужно делать. Потому что когда я захожу в игру при нативном разрешении, я получаю вот такую вот производительность. Да, это тридцаточка, можно было сказать, закрыть глаза, да все нормально. Нет, соответственно, это не тридцаточка, он тут сильно падает. И в такую игру, как God of War, играть с таким FPS нет. Но что же делать? Все очень просто. Заходим на рабочий стол каким-нибудь образом на рабочий стол. параметры, экран. Делаем вот так. И на рабочем столе параметры экрана мы берем и ставим разрешение рабочего стола просто HD. Просто HD поставили, вернулись в игру, сделали Сделали вот так. И, соответственно, игра теперь берет разрешение рабочего стола, а это обычно HD разрешение. Я возвращаюсь в игру, получаю повыше FPS. Мыло, конечно, очень много получаю, но это уже, блин, играбельно. Это уже прям с кайфом. Я это к чему рассказываю? Потому что многие, кто рассказывали не только про GPD Win Max 2, а про некоторые консоли они этот момент не учитывают. Типа, вот, God of War, все плохо. Да, ситуация сильно лучше не стала, но это гораздо комфортнее. С этим гораздо комфортнее играть. С этим уже можно играть. И окей. Понятное дело, игра тяжелая. Но это уже гораздо лучше. И на таком экране в принципе особой разницы нету. Я же говорил, что даже если ты выставляешь минимальные настройки. На маленьком размере экрана это ну, не так бросается в глаза, как, допустим, если ты играл на каком-нибудь обычном Монике. конкретно в моем GPD Win Max 2 а, есть небольшой нюанс. Насколько я помню, когда я покупал это устройство, мне продавец сказал, что тут какой-то расширенный BIOS. Я не уточнял, говорю: классно, все, я погнал. Но я не знаю, есть ли эта функция в других простых GPD Win Max 2 без разблокированного BIOS, а, либо нету. Суть в том, что я могу зайти вот сюда вот. Потом зайти вот сюда вот и сам выставить, сколько оперативки отдастся на, соответственно, ГПУ. То есть, по умолчанию, все те тесты, которые вы видели, они были сделаны с тремя гигами. Я сейчас ради интереса включу 8 гигов и покажу вам, пожалуй, одну игру с 8 гигами, как изменилась производительность. Итак, я выставил 8, выхожу, Save and Exit, сразу открываю приложение драйверов от AMD. И видите, что у меня пишет? Видеопамять 8 гигабайт. Окей. И я, наверное, покажу на примере God of War. Да, напоминаю, что сейчас GPD находится от батареи. А TDP я не буду лочить. При этом Turbo Boost у меня отключен. Лок у меня снят. Лок на этот самый, на GPU у меня тоже снят. В режиме Float стоит. И, и, где он? God of War. При этом, как видите, разрешение экрана у меня сейчас нативное. Сейчас я быстренько успею показать. 2560 на 1600. То есть я этот момент тоже не меняю. Как видите, экран у меня в нативе. Да, все те же самые настройки, что и предыдущие, только графика у меня стоит в среднем. Я не помню, на самом деле, в предыдущем варианте, насколько у меня стояла графика. Но сейчас она стоит средняя. И я выбираю ту же самую локацию. FPS стало больше. И картинка, не знаю, чисто субъективно, как по мне, выглядит получше. То есть есть еще вот такой вот момент. Понятное дело, что для системы 8 гигов на сегодня уже, ну, такое себе. Но сам факт, что ты еще 8 можешь отдать. А если я сейчас зайду и графику еще меньше сделаю. Низкая. Поменяет ли это что-то? А в экране? В экране? В экране я ничего не буду трогать. Просто графику уберу. Ничего не поменялось, как мне кажется. Стало, может, даже хуже. Хотя нет. Нет, чуть-чуть. На парочку FPS, как мне кажется, подросло. Это все от батареи работает. Тут вообще легко 60 при нативном разрешении. Ну, тут, как бы, закрытая комната. Тут понятное дело, что будет высокий FPS. И по поводу винды еще хочется добавить, что для полноценного использования вам понадобится две программы. Во-первых, это Motion Assistance это приложение, которое можно скачать на официальном сайте. С помощью него ты можешь очень много всего настроить. Во-первых, ты можешь задать нужный тебе TDP. Во-вторых, ты можешь заблокировать абсолютно бесполезный, бессмысленный турбобуст. Почему бессмысленный бесполезный? Потому что как только я начал пользоваться, я про Motion Assistance как бы не был в курсе. Я, соответственно, пользуюсь устройством, все ну, нормально, все неплохо, я там мониторю температуру. И первое, что меня раздражало, это что вот у меня вот он находится, я открываю там Chrome, буквально пяток вкладок, и он начинает дергать кулеры. То есть он включит их, он чуть-чуть пожужжит, потом выключит. Включит их, выключит, включит. Меня это задолбало и начал я искать решение. А тут мне пацаны опять же с чат портативщиков сказали, что есть такое крутое приложение Motion Assistance, в котором ты можешь все настроить. Помимо того, что ты там можешь, соответственно, включить нужный тебе TDP, причем там нужно включать больше 28, не знаю зачем, ты можешь там и в плане GPU тоже регулировать. Короче, там огромные возможности. Я пользовался в основном только первой вкладкой, там их еще несколько. Поэтому, если будете пользоваться этим устройством, обязательно не забудьте скачать Motion Assistant. И если говорить про Turbo Boost, опять же, в том ролике, который большой у меня при сравнении киберпанка, я могу сказать так, ты включаешь Turbo Boost, визуальной как бы, пользы в производительности ты не замечаешь, даже когда ты там включаешь какие-то максимальные настройки. Но при этом он может греться чуть ли не до 95 градусов. Это я при рендере, при монтаже такие цифры видел. А если ты отключаешь, ну, в лучшем случае, там, восьмидесяточка, чуть больше, там, чуть меньше. То есть это устройство, как бы, при обычном использовании, оно практически не греется. То есть даже если ты просто заблокируешь Turbo Boost и будешь не блокировать TDP, и просто работаешь, он держится в районе полтинника в плане температуры. Второе важное приложение называется FX Sound. А при помощи него звук становится значительно громче. Потому что как бы звук тут, ну, тиховатый. Ты, конечно, к нему со временем, может быть, можешь и привыкнуть, но я... Вы видели, на постоянке использую просто Алису вторую. Поэтому посмотрите, как это работает с FX Sound и без. Сейчас без него. Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, И в этом видео я вам расскажу о Huawei Mate X. Так, сейчас вернусь. Включу. Android Setup и в этом видео я вам расскажу о Huawei Mate X3, но сначала небольшая предыстория, чтобы было понимание, что у меня вообще-то был в использовании раскладной смартфон и это мой не первый опыт. Если вдруг вам не интересна предыстория, в описании будут тайм-коды, Смотрите, с того момента. Ну и опять же по поводу Windows могу повториться, что я сказал раньше, это то, что лично мне больше нравится, как на этом устройстве, GPD Win Max 2 2022 года, работает именно Windows 10. Да, тут нету драйверов для сканера отпечатка пальцев. Да, нету еще драйверов... Ну, я не смог, я неправильно выразился. Я не смог поставить драйвера для этого, и я не смог поставить драйвера там еще для чего-то. Но в целом, все остальное работает просто отлично. Никаких нареканий, никаких лишних зависаний. Вообще... Это устройство вот в плане работы на десятке у меня вообще никакого дискомфорта особо не вызывало. Что нельзя сказать, соответственно, про Rock Eli. Оно может само собой жить своей жизнью. Подключенный адаптер питания на 100 ватт не подходит, он маломощный. Вот так вот. Спасибо, братан, что не завис. Рок <связывая> и Скоро ждите ролик будет. Мой опыт работы с ЕГПУ. Как я и сказал в начале, я купил себе RTX 3080 Gaming Box от гигабайта. Подключил, начал пользоваться. Все работало нормально до первого зависона. То есть, я сижу, играю, не помню во что, это даже не важно. Он просто черный экран, у меня, соответственно, на внешнем мониторе он висел, черный экран, система охлаждения ЕГПУ, там, кулера начинают взлетать, я такой не понимаю, что происходит. Он так разгоняется при зависании, что кажется, что сейчас еще и... Короче, вот так это решается, вот так, раз. Потом... Два. Ну что, дружок, ты включишься? Нет, он, скорее всего, уже не проснется. То, что зависает ноут. Но только с ЕГПУ такое происходит. И все, все. Раз, два. Раз, два. До третьей не дотягиваюсь. Нет, на три кнопки он никак не реагирует. реагирует он просто намр... напрочь завис. Единственный вариант это сделать вот так За сегодня, кстати, уже второй раз Я думаю, ну ладно, ничего страшного Подумаешь, разочек такой случилось, фиг с ним Потом это случилось второй раз Потом третий, потом меня это начало задалбать Потому что оно случается либо в играх Либо когда ты сидишь в монтажке То есть когда у тебя используется сам ЕГПУ Я с таким вариантом Помучился, конечно, месяцок где-то Может меньше, может больше, не, не скажу точно И я так подумал А нафиг мне нужно это ЕГПУ К тому же, по моим замерам связка именно вот этот 6800U плюс та RTX 3080 а гигабайта, она выдавала общую производительность в играх, по моим замерам, может я опять что-то там где-то не так пропустил, но меньше даже, чем мой текущий старенький G15, у которого а, встроенная мобильная RTX 3070 с максимальным TDP, что-то там, по-моему, до 85. Я специально делал замер, я не помню в том ролике, про который я говорил, он есть или нет, но я сделал одинаковые условия, то есть, соответственно, поставил киберпанк, одинаковое разрешение, одинаковые настройки, отключено Fidelity, отключено там DLSS, все, что только можно. Сделал замер, соответственно, на этом самом, а потом те же самые настройки сделал замер на стареньком ноуте. И разница FPS была в 10. То есть на 10 FPS производительность в киберпанке у меня показала на моем старом ноуте. И я так думаю, ну ладно, зачем мне нужен этот ЕГПУ? И продал его нафиг. Затем я приобрел себе окулинг. И сразу начал немного разочаровываться. но там в основном из-за своего косяка. Потому что я окулинг заказал на Алике, когда он ко мне пришел, я думаю, слушай, дай-ка я гляну. Глянул на местных маркетплейсах, он там, оказывается, продается. Помимо того, что он продается там дешевле, он продается, то есть пришел бы ко мне еще быстрее. Но да ладно, мне опыт, вам полезная инфа. А, как я и говорил, у меня о нем есть целый ролик. Полный, интересный. Но я скажу вкратце: да, если по подключению там ничего сложного, ты вот тут открутил, это вставил, там прижал, нашел где-то прижималку, то э, первое, что мне не понравилось, это то, что тебе нужно ставить вот так вот, э, соответственно, GPD. Но это ладно, да, у меня есть там док, вы видели в начале, у меня для этого все удобно. Это ладно. Второе, это то, что когда все это стоит, это получается блок питания со всей требухой видеокарта, и это все нужно где-то расположить на столе. И это тоже, в принципе, такая вялая придирка. На самом деле, меня больше всего расстроило то, что у меня, лично у меня, не получилось завести через Окулинк ни одну из тех, что у меня есть, видеокарт от NVIDIA. Что с 2060? Я напоролся на ошибку 43 и так и не смог при помощи всех тех советов в интернете, которые есть, которые я нашел в интернете по решению ошибки 43, ее завести. Затем у меня же есть еще 2070 Super. 2070 Super я тоже, соответственно, подключаю через Oculink. А вот 2070 Super. Точно так же подключил блок питания WinMax 2 и после установки драйверов та же ошибка. Ошибка 43. 3. Я уже пытался решить ошибку 43 на 2060, на 2070, я даже не буду тратить время. Но при этом, я как бы подозревал, что что-то может пойти не так. Попросил у школьного друга RX, по-моему, 5600, 5700, или не помню. Какую-то, короче говоря, старенькую видюху AMD. И вот она завелась просто вот, вот так вот. Просто ты ее воткнул туда, и сразу все заработало. Драйвера сами подтянулись, все отлично. Прошли все тесты, хорошая, ну для той видеокарты достойная производительность, никаких проблем, просто все супер работает. Но с картой от AMD. с Nvidia у меня не завелось. Но, опять же, при этом ребята с чата-портативщика мне скинули ролик, где якобы... Почему я говорю якобы? Потому что там просто скринкасты. А я не доверяю скринкастам, к тому же вот весь вот этот мой опыт, который говорит о том, что это сделать не просто а тип сделал скринкасты на которых он показал, как это все дело работает GPD vinmax 2 с 4090. Причем он показал в режиме подключения с EGPU и в режиме подключения через Oculink. И единственное, у меня претензия к тому ролику, если ты, братан, смотришь, блин, почему у тебя в конце теста киберпанка через Окулинг обрезаны результаты? То, что меня больше всего интересует, просто обрезано, просто вот вам тест, вот все, до свидания. Я вижу, что по тесту там как бы вариант лучше, через, е... чем через ЕГПУ, но я не вижу результат а у меня, как бы, большинство моих тестов они сделаны на киберпанке. И я для себя, как бы. Э, ладно, че, че, пацан сделал как смог. Короче, вот такая вот фигня с Укулинком. Штука классная, но только если у вас, наверное, карта МД, либо если вы какой-то высокоуровневый гик. Но что самое интересное, у компании GPD есть своя внешняя видеокарта, то есть некий свой аналог EBGPU. Называется GPD G1 Graphics. И вот она сделана на базе RX 7600M. Это я все говорю к чему? Это я говорю к тому, что... А что это они свою e GPU сделали на AMD? Может быть потому, что действительно Окулинг беспроблемно работает на AMD? Но опять же, это, знаете, мои мысли по этому поводу. И вот после всего этого, как вы думаете, могу ли я назвать GPD Win Max 2 хорошим устройством. Конечно, это просто офигенное устройство. Просто настолько круто сделать компактный ноутбук, при этом довольно-таки качественно собранный, по моему, по моему субъективному мнению, что и там внутри как бы в плане убранства внутреннего тоже все классно. И материалы корпуса у него такие благородные. То есть его приятно держать в руках. Это не какой-то там дешевый пластик, который на Steam Deck. Или даже дешевый пластик, который, который... Ладно, подороже пластик, который на Rock'n'Light. Здесь прям в плане качества материалов вообще никаких вопросов. Если не учитывать тот момент, что от температуры трескаются клавиши. При этом тут огроменная количество количество портов просто вот если говорить про порты взять опять же мой э, G15 обычный но вот 15 дюймовым у него даже USB портов меньше это я уже говорю молчу про слоты расширения для M2 да там тоже можно в теории подключить через M но короче в плане портов два слота под SD карты только на монтаже я обнаружил этот косяк несмотря на то что я расхваливаю за то что у GPD WinMax 2 огроменное количество портов то есть есть практически все и даже больше, чем в моем а, большом ноутбуке. Я совсем забыл сказать, что тут нету RJ45. Провода для подключения к интернету по Evernet кабелю. Да? Правильно я выразился? Если неправильно, поправьте в комментариях. Просто для меня это вообще особо-то и не важно. Я все время пользуюсь по Wi-Fi, потому что у меня в офисе 5 гигерцовый Wi-Fi, у меня дома 5 гигерцовый Wi-Fi, вообще там 6 и поэтому я на это не обратил внимания, но потом на монтаже смотрю и думаю, блин, RJ45-то нету. При этом тут офигенная автономность, шикарная производительность и все это дело в портативе с продуманной эргономикой, что ты взял, вот вот ты взял вот так вот, откинулся и играешь. Да, мне лично нужно всегда на что-то облокотить локти, потому что я чаще всего играл либо в кресле, либо в диване или еще где-то. Я сидя вот так вот, честно скажу по моему особо не играл я, я только где нибудь откинулся и играю и все это работает еще нормально и всех вот этих трех устройств которые на данный момент у меня есть это самое безглючное ни разу меня не подводил это те моменты которые я говорил они либо были на 11 винде либо они были связаны с внешними устройствами в целом оно у меня работает беспроблемно при этом насколько круто было придумать а, возможность спрятать а, элементы геймпада да вот просто, просто взяли, ты хоба сделал, и все, и у тебя обычный ноут. Мне кажется, все-таки ребятки не зря столько лет делают это устройство. Как по мне, оно просто отличнейшее, просто офигенное. Но при всем этом, могу ли я советовать это устройство? Да ни в коем случае. Упаси вас, зачем вам это устройство? Во-первых, его хрен купишь, да, либо ты его покупаешь каким-нибудь бэушным, непонятно у кого, непонятно после каких вариантов, либо ты его покупаешь где-то за мега оверпрайс, да еще при стопроцентной предоплате. Ну нафиг это надо? Ну вот серьезно, я ни в коем случае никому не советую. Это супер классное устройство, но это устройство для высокоуровневых гиков. Для тех людей, которые картам э, от NVIDIA предпочитают карты AMD. Это устройство для тех, кто с легкостью решает проблему ошибки 43, которая появляется при подключении через Окулин карт NVIDIA. Вот для таких людей это устройство еще можно рекомендовать. Но при этом и вы должны понимать, что вы покупаете дорогущее устройство без какой-либо гарантии. И вот мне повезло, я купил его бушным, оно было в идеальном состоянии, и даже, наверное, лучше, чем новая, потому что тут разблокированный биос, как мне говорил человек, и тут еще было наклеено стекло. Но надо ли вам рисковать ради всего этого? И даже я, спустя все вот это вот время использования, спустя весь этот опов и огромную любовь к этому устройству, я его себе не могу оставить. По простой причине. Несмотря на то, что даже если бы я заморочился, решил эту ошибку 43, и даже я если бы решил ту проблему с ЕГПУ, что он зависал, я так подумал для себя, мне важна портативность. Мне очень важна портативность, и в этой штуке эта портативность просто восхитительна. Можно даже, наверное, да, я понимаю, что это, глубок, это глупость, но, камон, какой ноут ты себе в карман засунешь? Я понимаю, что это так, просто на эмоциях показал. Но оно супер портативное. При этом начался сентябрь, вышел, Star, как это, Starfield. И несмотря на то, что всем игра показалась, О, фиг", мне она очень понравилась. Я ее прям за хлебом на одном дыхании прошел. Я хотел в Starfield играть не на минимальных настроечках, а я хотел подключить что-нибудь к своему огромной ТВ-станции на 65 дюймов и поиграть, как минимум, на средних. И я не смог бы это сделать. Потому что, окей, я могу подключить только свой ноут, который беспроблемно работает. И даже если бы я смог это сделать, мне бы пришлось купить себе два EGPU. Потому что я хочу поиграть и может быть дома, и может быть в офисе, после того, как закончу работу всю. То есть, получается, мне нужно либо таскать этот гробик, а вы видели, сам EGPU сам по себе большой, либо купить его в двух экземплярах. Мне нужна именно вот эта вот свобода, когда я могу быть не только у себя в офисе и дома, а когда я, в принципе, я свой ноут основной таскаю с собой каждый день везде. Да, то есть я поехал куда-то там, мне где знаю, что надо поработать, я там поработаю. И я знаю, я вряд ли это буду делать, но знаю, что у меня с собой всегда есть устройство, на котором я могу поработать, поиграть, постримить. И все остальное поделать. И у меня не будет ограничений, что я, в принципе, могу это все делать то же самое на нем. Но только на минималках. Потому что либо брать с собой ЕГЭПУ. Либо кто-то может сказать, а ты купи себе вот этот G1. И как бы он же компактный, классно, таскай его с собой. Я общался с Димоном, который купил себе этот G1. Это, если что, опять же, глава этого чата портативщиков. И он сказал, не спеши его покупать. Это там не все так хорошо. И в плане производительности, и всего остального. То есть там не будет что-то супер вау. Там будет что-то супер, ну... Короче, если вам интересна инфа, зайдите и спросите у Димона. Мне очень хочется себе его оставить, но оно мне не подходит. Ну реально, ну зачем я должен там бороться с компромиссом, если я могу ничего не менять? У меня есть мой ноут на 3070, да, он больше по размерам, да, у него не такая классная автономность, но зато выходит, вот сейчас вышел Phantom Liberty, да? Я тоже хочу поиграть, ну, на высоких настройках. Тут я этого не могу, к сожалению, сделать а на старом ноуте могу. И именно, наверное, вот эта причина для меня как раз таки стала тем, что вот я сейчас досниму Rogalai, потом сниму и всех сравнения и эту штуку продам. Нафиг, с большим сожалением. Поэтому я надеюсь, что кого-то я все-таки отговорил от покупки этого устройства, а кому-то, наоборот, придал больше уверенности. В любом случае, большое спасибо, что досмотрели до сюда. Пока!